Представники 9 країн світу зустрілися в Коблево, щоб визначити кращих представників з універсального спортивного бою. Традиційно змагання пройшли за підтримки почесного громадянина міста Одеси Сергія Ківалова. Президент Міжконтинентальної федерації спортивного універсального бою зазначив, що незабаром відбудеться підписання меморандуму між ними та Національним університетом Одеська юридична академія. Головна мета меморандуму – популяризація та розвиток нових видів спорту серед молоді України. Сергій Васильович Ківалов, мало того, що він наш земляк, це дуже, як вам сказати, людина, який підтримує спорт, завжди підтримував і зараз, навіть в це тяжке час, підтримує його. І ми з задоволенням будемо співпрацювати і дружити з таким людином. Одеська юридична академія, вона готує силові структури в основному. Наша задача – підготовити готових ребят, для того, чтобы они продолжали дальше учиться. И я вам скажу, мой сын закончил юрокадемию, он закончил следствие, работал адвокатом, сейчас работает у меня юристом на компании. Мой сын четырехкратный чемпион мира и Европы по универсальному бою. Я вижу, этот спорт очень люблю. Сейчас в Коблево проходит Кубок мира по универсальному рукопашному бою. Этот кубок традиционно проходит при поддержке президента Национального университета Одесской юридической академии Сергея Васильевича Ківалова и между Всемирной Федерацией, Всеукраинской Федерацией и Национальным университетом Одесской юридической академии. Мы планируем подписать большой меморандум о сотрудничестве, о взаимодействии. И это очень важно. Почему? Потому что на базе именно нашего университета действует огромное количество спортивных площадок, огромное количество клубов, в том числе и боксерский клуб Академия бокса. Вперше на Кубку світу з універсального бою свої сили спробували вихованці боксерського клубу «Академія боксу». Голова первинної профспілкової організації Одеської юракадемії Валентин Федоров каже, що у виші створені всі необхідні умови для всебічного розвитку спортсмена. Понад 10 спортивних залів та майданчиків функціонують на території університету, серед яких ігрові зали для гри у міні-футбол, баскетбол, волейбол, простір для настільного тенісу, стадіон, тренажерні зали та тенісний корт, що розташований на береговій лінії біля 8-ї станції Великого фонтану. На території університету діє професійний боксерський клуб «Академія боксу», який вже за досить короткий проміжок часу виховав багато чемпіонів. Одеська юракадемія також пишається своїм викладацьким складом. Готував спортсменів до чемпіонату світу заслужений тренер спорту з дзюдо, майстер спорту СРСР, викладач кафедри фізичного виховання Іван Чертов. Несмотря на то, что Национальный университет Одесской юридической академии, он не является профильным спортивным вузом, но тем не менее мы готовим огромное количество спортсменов, и у нас подписаны меморандумы с огромным количеством федераций, с Федерацией бокса Одесской области, с Федерацией бадминтона Украины, Федерацией бадминтона Одесской области, Федерацией смешанных единоборств и многие-многие другие. И сегодня мы получаем огромное количество медалей высшей пробы, и не случайно, что уже на протяжении многих лет наш вуз признается одним из самых спортивных вузов страны. А самое главное, то, что даже в этом году мы заняли первое место на студенческих спортивных играх и на многих-многих других турнирах. И это все дает возможность нам, конечно же, развиваться. Академия бокса – это очень вновь созданное такое вот общество, в котором занимаются многие студенты с борьбы дзюдо, самбо, бокса, айкидо, джиу-джитсу и других. Как раз здесь, в этих соревнованиях, и заложена базовая техника спортивных единоборств мира. Хочется отметить то, что этого, наверное, ничего бы не было, если бы не добродеяние, вот такое, знаете, вот желание создать хорошую школу видов спортивных единоборств, это академика Сергея Васильевича Ківалова. Спортивний універсальний бій є досить молодим видом спорту, який зародився в кінці минулого століття і тісно пов'язаний з розвитком прикладних бойових єдиноборств, таких як рукопашний бій, самбо, дзюдо, джиу-джитсу, карате, бокс. Організатори чемпіонату кажуть, що щорічно кількість країн-учасниць збільшується, а отже молодий вид спорту набирає популярність семимильними кроками. Сьогодні хлопці соревнуються, но они радуются, они и дружатся друг с другом, они сегодня
вот вы видите, таким правилам они соревнуются. Вот это правило им дадут мужество, им дадут здоровье, самозащита, и хорошо учиться, и хорошо поздороваться с людьми. Это называется жизнь, которая этот жизнь с детства продолжается до конца в жизни. На сегодняшний день у нас судьи – это Болгария, Германия, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Молдова и Украина. Ну, конечно, Украина является костяком, потому что мы проводим эти мероприятия, и как бы тяжело на сегодняшний день. Корона – раз, во-вторых, это все дорого, ну, вы понимаете, дети. Ну, во всяком случае, 7 стран сегодня реально участвуют в этом мероприятии. На чемпіонат світу з універсального бою зібралося понад 200 учасників з 9 країн. Цьогоріч брали участь спортсмени з Азербайджану, Молдови, Узбекистану, Таджикистану, Німеччини, Болгарії, Казахстану та України. Обслуговували поєдинки рефері з різних країн, що дало можливість об'єктивно визначити переможців. Сьогодні є более 200 участников по разделу прикладному и более 200 участников по разделу борьба. Сегодня проходит раздел борьба по нашим соревнованиям. У нас сегодня присутствует 9 стран, которые Германия, Литва, Латвия, Азербайджан, Узбекистан, Украина и так далее. Мне, честно говоря, очень-очень хорошо встретила Украина. Мне ребята здесь встретили с юридического университета. У нас кооперацион с ними тоже, где Германия и Одесса. Мы уже второй раз здесь, третий раз мы уже, почему здесь. Нам очень нравится Украина. Мы в прошлый раз были здесь с делегацией, 5 человек мы были. И в этом году немножко трудновато было сюда приехать за корону, которую у нас только 2 недели назад открыли. Главное, что объективность судейства, конечно, проходит гораздо правильнее. Потому что в каждой судейской бригаде распределены главным судьей соревнования, что ну, все получается так, как и должно проводиться международные соревнования, чемпионаты Европы, мира. Тем более страна представляет своих спортсменов. И, конечно, хотелось бы, чтобы от судьи результат должен быть объективный. Тренери збірних кажуть, що пандемія коронавірусу вплинула на загальний рівень підготовки спортсменів. Проте за досить короткий проміжок часу вони все ж таки встигли наздогнати втрачене та гідно представити свою країну на міжнародному рівні. Сегодня первый чемпион он стал, это, ну как после открытия он стал чемпионом Кубок мира. Я очень рад, не только я рад, ну я думаю, наша вся команда рад. Это первый наш чемпион. Нам очень нравится этот вид спорта, потому что здесь все соединяется. Мы завтра будем еще биться, он еще будет биться. Он сегодня стал по лайту чемпионом, а завтра мы ждем, дай Аллах, чтобы будет чемпионом еще по классику. Условия проведения соревнований очень хорошие. Здесь грамотные судьи, очень хорошо проводятся соревнования. Нас хорошо встретили. Спасибо организаторам. И насчет бойцов, здесь тоже хорошие бойцы. Сегодня идет борьба. Здесь вижу хороших борцов. Ребята очень хорошо подготовились на соревнования. Мы пришли 50 человек с Узбекистана, сборный состав. Наши ребята тоже сейчас многие попали в полуфинал. Некоторые выиграли уже. Теперь еще ждем хороших результатов от ребят. Здоровому тілі – здоровий дух, стверджують представники різних країн, які брали участь у змаганнях. У кожного є своя унікальна історія, як вони почали займатися універсальним боєм. Врешті-решт кажуть, що результатами залишились задоволені і вже починають підготовку до майбутніх змагань. Уже второй раз сюда приезжаем с большим удовольствием, сами отдыхаем на море, боремся, очень нравится, очень гостеприимный город. Начал ходить я с 5 лет, а пришел в спорт банально, увидел объявление на столбе, решил прийти, ну, меня привел папа. Вот до сих пор мне сейчас 14, я занимаюсь. Ну, плюсы даже то же самое, можно за себя постоять, не дать себя в обиду. У этого спорта есть преимущество, рукопашные бои и так далее, и наделится два... Части лайт и классический.
И я занимаюсь этим спортом с детства. Всем вам привет, Украине, Узбекистану. Тут є два різновиди боротьба і прикладний. Ну, наприклад, на дзюдо це іде тільки боротьба. Це більш розширений, він дає більш можливостей більше. В принципі, це не складно. Треба просто більш багато часу приділяти тренуванням і реально займатися цим. Від спорт допомагає в общем розвитті. Соревнования вони создаються для того, щоб перевіряти, наскільки ти тренувався, наприклад, за год, за определенное количество времени. В Германии развита более-менее нормально. Само судейство проходит неплохо. Вот уже в Одессе сейчас буду участвовать. Думаю, выиграть будет призовое место. Ці змагання досить високого рівня, чемпіонат світу. Це назва сама говорить сама за себе. Мені подобається це змагання. На таких змаганнях я не дуже часто виступаю, але у досвід вже був. Змагання загалом, моя категорія була дуже сильна. Я зараз пройшов фінал, жду свого фінального поєдинку. Попереду у хлопців та дівчат виснажливі тренування і нові спортивні досягнення. Цілком можливо, що хтось із них досягне великих результатів та буде спортивною легендою. У будь-якому випадку займатися спортом та бути у гарній фізичній формі завжди буде в тренді.